Так, добрый день. Это видео показывает, что можно сделать вместо стандартной крутилки раздатки. Ну и как пруф то, что многие, некоторые в комментах не верили, что это возможно. Итак, вот та самая схема, по которой, скажем так, я все делал и которую я выкладывал в интернет. Вот это, соответственно, это плюс. Вот это по порядку. Земля, 4, ой, 2 верхняя, и красненький, который сиреневенький, сиреневеньким, это полная, ну, в смысле 4L. Вот, соответственно, два выключателя. Первый, который отвечает за 2H, 4H, и один, который отвечает за 4L. Вот, соответственно, видно два резистора. Правда, скажем так, на схеме у меня было 1,5 и 3 кОм. Я взял 2,2 и 3,2 из стандартных номиналов. Давайте, говорится, посмотрим. Вот, все выключено. Заводимся. Вот у нас, как обычно, машина стоит. Задний мост включен, передний нет. Соответственно, щелкаем. Но... Оп, загорелся 4H. Вот. Теперь щелкаем вторым. Ну что ж такое. Так и щелкнуть невозможно. Щелкаем вторым. На экране ничего нету. Нажимаем на педаль сцепления. Вот 4L. Теперь мы ехали и заглохли. Вот. Включаем. Оп. 4L как работал, так и работает. Итого два выключателя, два резистора и 4 проводка. Вот. Возвращаем все назад. Переключаемся на 4H. Сцепление. И возвращаемся на задний мост. Все. Как видите, все работает.